نواقض الوضوء أو مفسدات مبطلات الوضوء. Мы сейчас будем говорить о том, что делать недействительным омовением. الأول. Первое. الخارج من السبيلين من القبل أو من الدبر سواء كان من رجل أو من مرأة. كل خارج من القبل أو من الدبر ناقض الوضوء. Все, что выходит из полового органа или же заднего выхода, независимо от того, будь это мужчина или женщина, все это портит омовение. الثاني. Второе. زوال العقل, ذهاب العقل. Когда человек лишается разума. Now, допустим, как сон. Игма. Или же потерял сознание. Джунун. Или же с ума сошел. Мускер. Асраф. Или же опьянел. Нау. والنعاس. Что касается сна и некоего вида дремоты, вздремнул. النوم ناقض الوضوء. Что касается сна, то сон является тем, что делает недействительным омовение. النعاس. Если же человек вздремнул, إذا كان يشعر بنفسه أنه لم يخرج منه شيء, وضوء صحيح. Если он вздремнул и при этом чувствует, что ничего из него не вышло, тогда его омовение действительно. وإلا в противном же случае он должен еще раз совершить омовение. أكل لحم الإبل. Если человек поел мясо верблюда. لو أكل لحم غنم أو دجاج وضوء صحيح. Если поел человек баранину или же курятину, его омовение действительно. كذلك نسأل عافية السلامة الردة كان يسب الدين يستهزئ. Также да, бережет нас Всевышний Аллах Субхану Тааля вероотступничество, как допустим некий человек поносит религию или же издевается над ней. الأفضل والأولى أنه إذا مس الذكر أن يتوضأ. Если человек прикоснется к своему половому органу, то лучше ему совершить омовение. والله أعلم.